В субботу, 22 декабря, в центре Владимира откроется традиционная рождественская ярмарка. Взрослые дети смогут покататься на новых аттракционах, выиграть билеты на новогодние представления, купить сувениры для родных и друзей. Кроме того, в парке Липки всех желающих познакомят с добрыми и умными собаками. На ездовых хаски и маламутах можно будет прокатиться. Организуют также и катание на квадроциклах. Проработает ярмарка до 13 января. В субботу и воскресенье во Владимире пройдет новогодний книжный буфет. Традиционный фестиваль для любителей литературы в этот раз проводят под самый Новый год, причем на новом месте в областной научной библиотеке. Посетителей ждут встречи с известными писателями, поэтами, издателями и литературными критиками, книжные ярмарки. Все желающие смогут приобрести книги и подарки ручной работы, а также пообщаться с мастерами. В субботу фестиваль откроется в полдень, а в воскресенье в 10 утра. Вход на буфет бесплатный. В Доме культуры молодежи в выходные проведут фестиваль творчества. Он называется «Тридевятое царство». В зале княжеских палат с 11 утра до 7 вечера посетители смогут послушать хорошую музыку и стихотворения, поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с мастерами и художниками, а также приобрести их изделия. Кроме того, на фестивале будет работать фотоателье. Вход на фестиваль свободный. В субботу областной театр кукол приглашает юных зрителей на премьеру спектакля «Пастушка и трубочист». Он поставлен по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена и расскажет волшебную и трогательную историю любви. Начало спектаклей в 11:30 и в 14:30. Зрителей ждет также новогодний карнавал у елки. В эти выходные интересно провести время можно будет и в городских парках. Так, в Дружбе в субботу с 11:30 пройдет спортивная эстафета «Зимние забавы». А загородный парк в этот же день приглашает на необычную новогоднюю программу «Битва племен». Она начнется в 11 утра. В воскресенье в это же время посетители Добросельского парка узнают, что скрывает ларец чудес. А в Центральном парке в полдень гостей ждет игровая программа «В стране желаний». Любители поэзии и тех, кому интересна жизнь и творчество современных авторов, в воскресенье приглашает областная библиотека для детей и молодежи. Ровно год назад там стартовал литературный проект «Поэт И», который представляет собой своеобразные творческие встречи с талантливыми людьми области и всей страны. Они рассказывают о том, как развивается современная поэзия, зачем заниматься творчеством и как воспитать в себе внимательного читателя. На проспекте Строителей, 23, все желающие смогут пообщаться с поэтами, в числе которых Дмитрий Кантов, Николай Лалакин, Вячеслав Улитин. Начало в 15:00.